Сегодня такая тема, давайте сразу к делу. Рождение ребенка. Рождение ребенка – это максимальный кайф и максимальный стресс. Один из самых сложных периодов жизни. Просто последние 2 недели перед беременностью проходят тупо на чемоданах. Потому что с каждым днем я все больше хотел уйти из семьи. Не, на самом деле, понятное дело, у нас были готовы чемоданы, чтобы в любой момент ехать в роддом. Настя хваталась за живот, я хватался за чемоданы. Максимальная синхронность. Хотя бы что-то мы делаем синхронно. Я никогда не понимал, откуда врачи знают после УЗИ дату рождения ребенка. Как будто оттуда маленькая ручка со своим графиком появляется и говорит, во вторник я в кино, а в среду я рожусь. Все, что делает мужчина, когда рожает его вторая половинка, это он просто пьяным пишет сообщение. Как ты? Как осел из Шрека. Абсолютно бесполезно, но ты как бы чувствуешь ответственность и пишешь. У нас с Настей были партнерские роды. Нет, не потому что я присутствовал на них, а потому что мы на них пополам скидывались. Не, на самом деле партнерские роды — это жесть. Я вообще не понимаю, почему их называют партнерскими. По факту, твой вклад минимальный. Как будто... Вы с другом чините машину, он там что-то там копошится под ней, а ты такой стоишь, говоришь, да, да, 100 раз такое было, да. Все, стоишь, просто куришь и нифига не делаешь. Все на жене, все на жене. Выписка из роддома очень важна, потому что нужно сделать красивое семейное фото. Что самое главное на семейном фото из роддома? И знаете, закрыть лицо ребенка смайликом. Это очень важно, потому что, ну, вы же знаете, когда Танос пытался уничтожить нашу землю, выжили только те, кого в детстве закрывали смайликом. По крайней мере, так думают большинство матерей. Для меня это лично странно. Роды — это очень важный момент и очень волнительный момент, во время которого может случиться все, что угодно. Сынуля, папа рядом, мы с мамой тебя очень ждем. У нас все под контролем. Он не ответил, буцнул вот сюда, слышала? А я чувствовала. Нима, ты мне скажи, ты подумал о том, о чем мы говорили на прошлой неделе? Да. Что скажешь? Ну, это трудный вопрос, сразу не ответишь. Ты... Сама что думаешь? Ну, так ведь какая разница, что я думаю? Ты мне скажи, ты за или против? У женщин есть уникальная сверхспособность. Они создают ситуации, в которых ты принимаешь решение, не понимая, о чем идет речь. Поэтому лучше в таких ситуациях не рисковать. Настя, ну, я думаю, не стоит. Да? Жаль. А я так надеялась. Шучу! Я за. Правда? Да. Я так тебя люблю, я так рада. А я как рад. Значит, завтра я записываю тебя на анализ на стафилококк. Что? Ну, в смысле, без этого никак? Нет, без этого никак. Без этого тебя не пустят со мной рожать. Мы с Настей решили, что я буду рожать вместе с ней. О, что?
Я же говорил, что шутки – это не мужское дело. Теперь он рожать собрался. Пап, да ты опять начинаешь. Кость, ну ты в самом деле. Все нормально, я объясню. Я решил поддержать Настю. Да, поначалу страшно, но мы там погуглили, и оказалось даже полезно. И более сейчас так делает большинство. Да. К твоему сведению, Ефим, в святую инквизицию тоже большинство верило. И в Куклукс-клан много людей входило. И допустить фашизм к власти тоже идея большинства. Что? Только Настин папа может меня за секунду превратить в Гитлера. Я к тому, что большинство всегда поддерживает всякую туфту. В том числе смотреть, как какой-то левый мужик распанахал твою жену и копается в ней. Папа! Костя! Да вы просто консерватор. Чего? Что чего? Вы сейчас распинаетесь не от того, что вы крутой, а потому что вы боитесь всего нового. Не нового, а идиотского. Готов спорить. Вы бы на Настиных родах не продержались бы до конца. Хорошо. Дима! Ефим! Если я выиграю, ты оставишь в покое мою дочь. Папа! Костя! Ладно. Если я выиграю, ты бросаешь свою комедию. Но если выиграю я, вы при всех, при всей семье признаете, что поддерживать жену на родах – это нормально, и перестаете меня подкалывать. Ладно, разбейте. Меня кто-нибудь спросил? Спасибо большое, но я лучше рожу сама. Вечно ты. От тебя, Ефим, я этого не ожидал. Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных решений. Спасибо, что выручили. Ну ладно. Сам не раз попадал в подобный переплет. Спасибо. Спокойнее. Денис Ефимович. Как-то просто. Филипп Ефимович. А, чопорно. Марк Ефимович Попсов. Ну что, придумала? В нашей семье за креатив отвечаю я. Поэтому моя задача тактично объяснить Насте, что все ее идеи ни о чем. Виктор в переводе «победитель» сулит человеку настойчивость, доброту. Настя, серьезно? Да. Ты забыла детские дразнилки? Виктор – сфинктер. Конечно. А легендарная Витька – Титька. Да, это я называю тактично. Да, я как-то даже не подумала. Ну ладно, тогда вот Петр в переводе «скала» сулит человеку настойчивость, упорство. Из наших будут называть его? Как? Петрушка, если не узнала. И теперь я до конца жизни буду ненавидеть это имя. Ничего, у меня есть еще очень много вариантов. Антон. Рифма. Тарас. Рифма, Настя. Геннадий. Я думал, мы будем как-то помогать по жизни ребенку, а не ломать его судьбу. Валера. Ты что, Валера? Ну, Фима, критикуешь? Предлагай. И вот сейчас, когда все посредственно отсеяно, я включаю свой талант. У меня есть один вариант. Красивый и помпезный. Готово? Евдоким. Ого! Действительно очень помпезно. Но давай лучше сразу Феропонт или Онуфрий. Ну так, чтобы люди не сомневались в том, что наш сын хочет стать священником. Да, что-то об этом я не подумал. Что делать? Нам нужен третий. Давай сначала второго родим. А я не про ребенка. Давайте еще раз. Я правильно поняла? Вы не могли выбрать имя ребенку, которое вам обоим нравится, и поэтому вы написали по 5 вариантов каждый, и теперь я должна вытащить один из них. Да. Да. Да, и мозг на вашем месте и то бы меньше парился. То есть я сейчас разверну бумажку, и мой брат выиграет свое имя в лотерею?
Ну, получается, да. Ну, не совсем так. Мы же их выбирали. А мое имя вы тоже так выбирали? Там целая история была. Да, да, там нам до последнего говорили, что родится мальчик. Ну, мы и готовились к появлению мальчика, хотели назвать Кирилл. Да, а потом родилась ты, солнышко. Ну, мы хотели похожее имя, только для девочки. И так появилась Кируська. Кирилл! Да, главное, чтобы опять случайно девочка не родилась. Фимочка, Насте же скоро рожать. Вы про деньги? Нет, что ты. Я хочу поговорить с тобой про моральную поддержку. Настя очень похожа на свою маму. Она тоже говорит по-доброму, но не покидает ощущение, что намечается буря. Я поддерживаю и буду поддерживать Настю. Ой, как здорово. То есть ты будешь присутствовать на родах? На родах? Да. Я? На родах. Партнерские роды – такая себе идея. Мы с коллегами ходим в спортзал, и там у каждого есть свое прозвище. Я Фима Жим. Есть Толя Гантеля и Коля Бицепс. А есть Тарас Обморок. Угадайте, кто из нас был на родах у жены? Настя как-то не просила. Да, она сама не скажет. Настенька очень сильно переживает, волнуется. Но ты же знаешь, она в последнее время такая заведенная. А может, Наталья Васильевна и права? Тем более, когда Настя рожала Киру, меня рядом не было. Я поддерживал Настю морально, другим способом. Друзья, предлагаю выпить за продолжателя рода, за моего лучшего друга, за Фиму! Фима! Фим! Фима! Фимочка, ты тут? А, да, да. Я просто думаю, возможно, вы правы. Настя, я так подумал. Угу. Я хочу присутствовать на родах. Ого, неожиданно. Ты сам решил или надоумил кто? Сам, конечно. Понятно, мама обработала. Фим, Фим, а ты действительно этого хочешь? Нет, разумеется. Ну, а что я за мужчина, если не перерезал пуповину? Угу. Да? Так что с этого момента начинаю готовиться. Фима, а что ты делаешь? Репетирую обморок. Ага. А подушки тебе помогут? Это сейчас подушки. Потом на траву, потом на пол, а там, гляди, и на бетон научусь падать. Угу, угу. Фима, это что такое? Ты же не любишь ужастики. Я должен привыкнуть к виду крови. Константиновский! Вы что, совсем белины объелся? На рабочем месте порно? Да это не то, что вы подумали, здесь беременная женщина. Что? Да мне сейчас нужно такое смотреть. Что? Нет, я, конечно, знал, что вы странный, но чтоб до такой степени! Тушься, 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 солнышко, дыши, и дыши, и дыши, и дыши, и все получится, давай, тушься, 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 солнышко, ну давай, давай, все. Фима! Можно я в одиночестве застегну джинсы? Я учусь психологически тебя поддерживать. Тушься.
Доктор, Фима хочет присутствовать на родах. Проконсультируйте нас, пожалуйста. Разумеется. Сейчас я вам все расскажу и даже частично покажу. Я как будто не видел. Я не думаю, что у вас получится меня как-то удивить. Ну, вы, наверное, ролики в интернете смотрели. А я вам покажу реальную картину. Ну вот. А потом вы просто перережете пуповину. Я? Зачем? Может, вы оставите за собой право торжественно открыть ребенка? Ефим, если вы не уверены в своих силах, то партнерские роды лучше не практиковать, потому что ваши переживания, ваша неуверенность могут негативным образом сказаться на состоянии мамы и ребенка. Ну, если доктор говорит, что присутствует риск, то я, как ответственный муж и отец, принимаю волевое решение не рисковать. Фимочка, ты только не переживай, тебя никто не осуждает. Да, придется как-то с этим смириться. Конечно. Если вы не против, я пойду в коридор, подышу. Да, конечно. Господи, спасибо вам большое, что вы его отговорили. Вы даже не представляете, как он извел себя этой подготовкой к родам. Черт, это он в обморок упал. Фима! Капец. Ну вот как можно доверить тебе мою дочь? Кость, ну хватит уже. Я же говорил, нужно было каталку взять. Вы бы так не доехали? Я бы доехал. А вот как бы ты бы добрался, если бы тебя на машине не подвез? Во-первых, я не виноват, что машина сломалась. Во-вторых, я вам уже сказал спасибо. О, вы уже приехали? Да. Отлично. А чего вы каталку внизу не взяли? Хотя это как кому удобно. Так, у нас уже все готово. Да. Можем сразу идти в родзал. Ефим, ну что вы решили? Будете на родах присутствовать? Нет. Вы Ефим? Нет. Вот и все. Я говорю, нет, ты не будешь присутствовать на родах. Ты ненадежный. Останешься под моим присмотром. Там уже пора. Настюшенька, идем. Я с вами. Стоять! Так, я вам никогда такого не говорил, но сейчас скажу. Я вас уважаю, как отца Насти, но все решения, которые связаны с моей семьей, я буду принимать сам. Вам понятно? Да ты... Ничего себе. Да я сам офигел. Так, хорошо. Как вы себя чувствуете? Как пушка, которая должна выстрелить! Нет, это я у Ефима спрашиваю. Да, я нормально. Хорошо. Так, дышите глубоко и часто. Нет, это я Насте говорю. А, да, я просто, понимаете, просто показываю, как дышать. Вот так. Все, 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 все. Ты самая лучшая, самая прекрасная. Ты чудесно выглядишь. Фимочка, заткнись. Да, родная, я тебя тоже очень люблю. Так, хорошо. Головка пошла. Головка пошла? Головка пошла. Головка пошла. Ну что ж, поздравляю. Вы снова стали папой. У вас родился прекрасный, здоровый сын. Ну что, я тебя предупреждал? Говорил тебе, не ходи на роды. Ничего нормально сделать не можешь. Но теперь я возьмусь за тебя по-настоящему. Ты слышишь меня? Фима! 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 Как вы себя чувствуете? Нормально. Просто устал и решил немножко поспать. Ну тогда с добрым утром. Поздравляю, у вас мальчик. Осталось только пуповину перерезать. Справитесь? Перерезать пуповину? Перерезать пуповину. Ой, мне кажется, Фима правильно сделал, что пошел поддержать Настю. Знаю. У нас хороший, правильный зять. Просто я проверить решил, способен ли он черту переступить. Какую черту? Ну, сцепиться со мной. Я вижу, способен. Сильный парень, сильный. Принесите еще на шатыря, у нас папа опять в обморок грохнулся. Ну... Или станет сильным со временем. Угу. Как ты? Нормально. Просто никогда так часто и быстро не спал. Ты как? Нормально.
Смотри, мне кажется, он на тебя похож больше, чем на меня. Главное, чтобы не на твоего папу. Знаете, можно долго спорить, стоит ли присутствовать мужчине на родах или нет. Но это не так важно. Важно другое. Каждый день мы сталкиваемся с множеством проблем и принимаем иногда непростые решения. И не важно, какими они будут. Потому что при всем при этом самым главным и ценным должна оставаться семья. И ради таких моментов стоит жить. Это вам говорю я, Константиновский Фима. 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 Вы в порядке? Честно говоря, у меня нет однозначного ответа на ваш вопрос. Вы знаете, у меня такое впервые в практике, чтобы папа 3 раза в обморок падал. Я такой. Умею удивлять. Наверное, вы ждете какую-то умную мысль, да? Или какую-то смешную шутку. Этого не будет. Счастье любит тишину. Меня зовут Фима Константиновский, и сейчас я хочу просто помолчать. Потому что я счастлив. Спасибо, что все это время были со мной. Пока.